Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Начал бы с того, что меня категорически не устраивает термин «замолвит словечко». В этом говорит некая уязвимость, некий комплекс армянский по отношению к России. Я бы сказал, что больше некий комплекс неполноценности. Я бы по-другому это переформатировал, разумеется. Станет ли обсуждаться в интересах Армении проблема согласования мирного договора между Азербайджаном и Арменией? Какую роль в содействии или, так сказать, в поддержке позиции Азербайджана по этому поводу занимает Турция? И готова ли Россия ее каким-то образом скорректировать? Мне чем дальше, тем больше кажется, что Россия практически чуть ли не демонстративно теряет интерес к вопросу этого мирного договора. Единственным пунктом еще остается только стремление подписать этот договор при прямом, так сказать, участии Москвы, а еще лучше всего вообще в Москве, что должно подчеркнуть роль Москвы в азербайджано-армянском урегулировании. Все остальное, что называется, от лукавого, потому что сегодня диалог Путина и Эрдогана, центральное место в нем занимает совершенно других проблем. Есть две главных контрапункта, я бы сказал. Первое – это Сирия, это согласование позиции России и Турции вокруг Ближнего Востока, ситуации, где нужно понять какие-то красные линии, которые для обеих сторон будут неприемлемыми в случае продолжения американских ударов по иранским прокси в Сирии, в Ираке и Йемене. Обе страны, и Россия, и Турция, они, в общем, так сказать, акторы, можно сказать, если не первого, то второго плана в этом обострении ближневосточном. И второе – это Украина. Я допускаю, что сейчас, когда стала активно обсуждаться встреча представителей государств, отвечающих за безопасность в Швейцарии, и уже есть предположение, что даже китайцы примут участие в этом совещании без России. Конечно, позиции Турции, которая постоянно настаивает на своих возможностях в качестве медиатора между Москвой и Киевом, представляет особую ценность для Москвы. И вот здесь, мне кажется, вот основной сейчас интерес России. Вот просто основной number one, да, по отношению к туркам и к Эрдогану. Согласовать позиции, это не значит быть их, так сказать, одинаковыми позициями, да? Турция имеет в качестве главного союзника Азербайджан свой интерес к усилению своих позиций на Южном Кавказе. В этом отношении она является, я бы сказал, органическим, историческим и абсолютно естественным геополитическим не то что союзником, а контрпартнером России. Поэтому как мы согласовать? Ну, не начинать войну друг против друга, да, можно, так сказать, согласовать, да, это и так понятно.